Всем привет, с вами Агера. Сегодня мы поиграем на Майнплексе в Micro Battles. Это очень классная мини-игра. Мне она, если честно, очень нравится. Наверное, моя из любимых мини-игр. Мне больше всего нравится Skywars, Bad Wars, Buff Challenge и вот эта мини-игра. Она очень клевая. Ну, честно, ну просто... Здесь суть, если кто-то не знает, здесь просто нужно убивать. То есть здесь, ну, кто умеет PvP-шиться, тот хороший. Кто не умеет PvP-шиться, тот, ну, тот не очень. Ну и, короче, сейчас я хочу залезть наверх. Я не помню, какой у меня кит. Здесь есть три кита. Ой, красная. Есть кит, то, что... Это... лучника. Так, стоп. Не могу блок поставить. О, все, смог. Ура, что, ты завис или что? А, да, что-то все зависли. Здесь есть кит лучника. У него там как-то быстрее стрелы вроде это... Ну, возрождаются стрелы, да. Есть кит... Мечника, у него просто дэмэдж больше. Ну, да, типа что-то такого. Ай-яй-яй, не попал. У меня вроде лучника, я точно не помню, но вроде лучника. Так, я какой-то косой. А мы желтые, да, мы тут с парнем желтые. Да, я надеюсь, у меня кит лучника, потому что мне на такой штуке нужно обязательно стрелять. Вот, допустим, вот так. Ура. Минус один. Так, стрелы нужны очень-очень-очень. И здесь блоки очень нужны тоже, если честно. Так, значит, что ты там делаешь? О, стрела, ура. Что это? Что? Не, нормально, там парень что-то делает. Иди, отойди. Слушайте, ну что это такое? Он сейчас моего братика убьет. А, все, братик живой. Братик просто завис. Да что ж такое? Давай, бьем его. Чего его ударить не могу? Или я его бью? А, у него кит этот, то что... Кирочник, короче. Да, все, есть, убили. Ура, супер, просто. Ого, нет. Help me, please. Да ну, жалко. Так, тихо. Давай, прыгаем, может, к нему, не? Да, хорошо, прыгаем. Мне нужно тут с напарником ходить. Напарник меня будет защищать, я буду его защищать. Есть! Yellow on the game, ура, мы выиграли. И первая игра выиграна, сейчас у нас будет вторая игра. Ну что ж, это наша вторая игра. И братишка, еще братишка, нас пятеро, а вот как бы зеленых и желтых четверо, да, интересно это, конечно, ну что, прикольно, да, очень прикольно. Так, что, кто здесь лаву открыл, зачем, я не понимаю, зачем, ну ладно. Так, пожалуйста, стоп, не, я не хотела открывать инвентарь. Так, значит, пожалуйста, можно мне много блоков, потому что сейчас ко мне сразу придут. Так, семена мне не нужны, спасибо большое, конечно. Да, это очень классно вообще. Прям очень. Так, и я хочу отсюда вылезти. Вот так. Можно вылезти, пожалуйста? Спасибо. Нет? Не, а вот так можно? Да, спасибо большое. Так, братишка, это ты. Да, хорошо. Ну что же такое, ну обалдеть. Ну что это такое? Блоки вообще какие-то странные. Так, у меня три стрелы. Это хорошо. У меня хороший кит. Не, я его так не убью, это 100%. Кстати, нас осталось двое. Синих осталось трое. Это все печально. Вот, допустим, того синего можно слить как-нибудь. Ого, кто? Это ты меня бил? Это что, ты меня бил? Ладно, шучу, он не мог меня бить. Так, там у них карта обваливается. Ну, по идее, у нас будет обваливаться. Это, конечно, печально. О, так вот эти блоки можно ломать. Они очень будут, если честно, хорошие. Ну, то есть, это как бы древесина ж. А мне интересно, здесь крафтить что-то можно? Я просто никогда в жизни ничего не крафтил. Будет прикольно, если можно. Очень будет прикольно. Я сейчас меч себе скрафчу, вообще будет ржачно. Где здесь камни? Вот камень, да? Вот. Да, это камень. Супер. Так, стоп. А, не, я ж не могу. Инвентарь закрывается, я так понимаю. Печально. Да, он закрывается. Не могу. Ну, да. Я так и думал. Это, конечно, все печально, но... Ну ладно, а что мне еще делать? Так, вот это, наверное, я покопаю чуть-чуть. И у меня вопрос. Нас осталось двое. Почему? Почему он не умер? Ну, это хорошо, конечно, но это странно. Если честно, всегда здесь сразу все умирают. Но это честно, если честно. Это честно, если честно, сейчас везде. Да. Ну, короче, я имею в виду то, что... Ой-ой-ой-ой-ой. Мне страшно. Ну, я имею в виду, в каждой команде сейчас по двое, и это очень честно. Прям очень честно. Вот нас двое, их двое, всех двое. Так. Парень. Есть! Все, ура! Одного завалили, супер. Так, а где?
Мой братишка. Братишка, он живой, да, он живой, все хорошо. Все очень-очень хорошо. Так, не-не-не, карта обваливается, сюда уже идти не надо. Честно, вот не надо. А, это ты копаешь там? Окей, привет, да, привет, как дела? Нормально, да? Ладно, я не понимаю, что это такое. Так, нас осталось двое. Желтых осталось двое. Синих остался один. Это очень хорошо. Синий идет к ним. Синий лезет к ним. Я стреляю с синего. Еще стреляю с синего. Еще стреляю с синего. Его добивают, да? Его же добивают? Нет, его не добивают, но мне кажется, его потом добьют 100%. Ну или я его добью. В таком случае. Вот так. Есть ПВП. ПВП. Тихо. Нет, братишка, ну аккуратно, пожалуйста. Нет. Давай, команду размотаем. Размотаем команду. Давай. Нет. Есть. Давай, Илья. Если я затащу, я буду очень-очень-очень рад. Давай. Есть. Роды выиграли. Есть. Мы выиграли. Красные выиграли. Я выиграл. Ура. Это очень весело. И сейчас у нас будет третья игра. Ну что ж, это наша следующая игра. И мне, знаете, чем это не нравится карта? Тем, что здесь песок. Но она-то красивая. Но здесь песок, который обваливается. Да, все знают то, что гравий, песок обваливается. Это очень-очень печально, если честно. Мне это совсем не нравится. Но, конечно же, я его все равно добуду. А как же без этого? Так, а сейчас к нам желтые пойдут, правильно я понимаю? Или... А, зеленый это наш. Я, наверное, залезу сразу наверх, там будет намного безопаснее, прям в 100 раз. Мне кажется. Прям очень так кажется. И здесь уже наш зеленый есть, это... Супер, привет. Так, давай, зеленый, иди к нам, у нас безопасней. Ого, его подбивают. Есть! Убил? Не убил. Печально. Ну, ничего страшного, мы все равно выиграем это по-любому, потому что синих остался один, а нас трое. А, желтых четверо, если честно. Это что, читы были? Или как он так спустился? Я не понимаю, а что это было вообще? Не, ну это, конечно, прикольно, то, что у меня в команде там читер, все такое, но это же нечестно. Ну, правда. Нас осталось двое. Печально. Да он читер! Смотри, он летает! Что? Ой, как это ржачно. Ой-ой-ой. Не, ну это, конечно, мне все равно не очень нравится, потому что все-таки это ж нечестно. Ну и все такое. И читеры, они ж типа плохие. Но когда они в твоей команде, это очень даже хорошо для тебя. Так, я хочу, пожалуйста, песка. Не-не-не. Ого, спасибо, вы меня прям спасли. Прям все очень классно. Вон мой читер, наверное, будет же меня спасать, да? Читер, иди сюда. Смотрите, просто на него он... Он это просто пролетел, понимаете? Просто пролетел. Так, знаете что? Я хочу спуститься отсюда быстрее навсегда. Да. И что? Не, ну, конечно, круто. Вообще очень. Читер в команде. Это... Я так серию назову. У меня в команде читер. Вот как-то так. Это, конечно, очень классно вообще. С читером в команде это весело. Да. Да, вообще. Пишите, кстати, в комментариях, играли ли вы с читером в команде. Я в него не попал. И в тебя не попал. Стоп, ну что? Только, ну он, по идее, никак не сможет упасть. Он же все-таки читер. А читеры, это... Не, нормально, взял, пролетел там под картой. Ну что, нормально. Для читера это характерно. Это все нормально, вообще супер. Просто идеально. Читер тут... Не знаю, что он там делает. Слушайте, а мне, наверное, будет безопаснее в 100 раз залезть наверх. Просто 100 раз будет безопаснее. Нет. Ого, читер, пожалуйста, спаси меня. Слушайте, ну мне страшно, конечно, но... Ладно, я поем, пожалуй. И добуду блоков. Я, конечно, фейлово упал, у меня просто... Ну, знаете что? Я знал, что так будет. Я все это знал. Ну, конечно, с читером в команде играть это очень, конечно, ржачно, но все-таки... Ну, это нечестно, но... Ладно, я все-таки выиграл. Ну, то есть мы выиграли, это очень прикольно. Ну ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте свои комментарии. Всем пока!